Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал! И сколько же сообщений, ребята, я получала на Ютубе, в Инстаграме, сколько комментариев и, конечно же, опросик в Инстаграме, ребята, решил последнее событие. И сегодня вместе со мной снимается неповторимый Паша Шоу! Кто ты? Кто ты такой? Привет, ребятушки! Я так за вами скучал! Эти томные месяцы без видео! Я просто в шоке, не мог, но захотел. И в итоге Дашевский позвала. Я решился. Я переживаю, как в первый раз, как в первый класс. Я не понял. Ну, очень интересно. Ребята, мы очень долго настраивались, чтобы начать снимать этот видеоролик, потому что нам обоим было очень смешно и непривычно, но все же, надеюсь, сегодня видосик получится очень классный, ребята. Ну, а вы тем временем поставьте лайк под это видео, давайте соберем 10 тысяч лайков, и тогда мы с Пашей снимемся в еще одном очень интересном видеоролике. Я уже придумала классный ролик, но Паше об этом говорить не буду, уже скажу по факту. Сегодня у нас на распаковке 20 штук потерянных посылок. Мы уже с Пашей чуть не дрались, поделили посылки напополам. Так что вот, ребята, мы не затягиваем и приступаем к нашей сегодняшней битве. А в смысле, на чуваши? Вот, ребята, вот что здесь происходит? Я так не играю, понимаете? Так все спокойно распаковала, сейчас начинаются чуваши, драки всякие. Ну давай. Кама, ножа, бумажа, три бомжа. Ну, можно было не играть. А теперь у меня самый главный вопрос. А зачем мы играли в кама, ножа, два бомжа? Или как там надо было, если мы могли бы... А что? А что вы смеетесь? Кама, ножа, два бомжа. А что, не так? Зачем мы играли, если все равно я распакую, ты распакуешь, какая разница? А кто первый? А вдруг, ну, первый самый топчик, я победил уже сходу. У меня тут, походу, хавка! Что? Или я нет? Я уже здесь. Так, нет, ребят, облом. Это масса для лепки, вот так вот она выглядит, короче, в виде макарунцев. Пластилин. Паша, входи в чат, твоя далеко не первая потерянная посылка. Утратил форму, конечно, но руки-то помнят, ну. Ручки-то рабочие мои, ох. Так, это по мне, я даже знаю, что это. Знаешь такую штуку? Коктейльчик избивать. Я уже почитала. И все. Венчик электрический, типа, мини-венчик, что-то типа такого. Ну, хочу сказать, что у Паши посылка гораздо лучше, ребята. Только его чуть-чуть раздает. Ну, мы на этом не останавливаемся, распаковываем следующий. Пока у нас бой... 1-1. Какой? 1-0. Короче, давай просто в конце сделаем по счету, потому что я запуталась, честно вам скажу. Так, давайте следующий я. У меня здесь как раз-таки суперское приспособление, чтобы рассматривать Пашину татуировку. У меня здесь лупа, ребята. Я тоже маленькую, потянем интрижку, так сказать, да? Это, я так понимаю, крючки, по-моему, да, ребята? Короче, да, это крючки, ребята, для полотенчиков. Ну, я хочу сказать, что у меня лупа так-то поинтереснее будет, брат, так что... 1-1, окей, на равных, просто, ну, миллиметры. Все мне говорят, почему ты так общаешься? Ничего, что после Паши, абсолютно все мы, когда с Максимом читаем мой директ в Инстаграме, все мне пишут Дашевский. Никто меня не назовет Даша, постоянно Дашевский. А это все из-за Паши. Это от души. Ага, конечно. О, ну тут, мне кажется, раунд я проигрываю. Надо что-то большое вскрывать будет. Гель для душа и крем для тела. Крем... Не, ну нормас. Слушай. Не, вот сейчас так, вообще нормас. Так, ну такое надо чем-то парировать. Давай коробочку, наверное. Я же говорю, у Паши все так же проблемы, он все так же долго распаковывает посылки. Я спешу! Я вижу, как он спешит, сейчас еще ножницами в глаз по получу. По полезности, ребятки! Фу-фу. Смотри! Ты вообще такое видела когда-то? Оно двигается, ты прикинь, это переноска, еще с USB. Ого, оно реально двигается. А давай откроем. Бал в копилочку, Пашку. Мне кажется, вы все покупали разные удлинители. Офигеть! Ну такую прикольную штучку первый раз вижу. Я такого не видел даже. А как оно? Оно реально полностью двигается. Ого, прикол. То есть можно кругом, можно в 4, да? Офигеть, ребята, зацените. Блин, браслет, до чего техника дошла? Оно браслет? Это так чисто, браслет ты какого-то чисто с дома электрика. Вышел, а всегда на заряде. Ну, ребят, реально такой массивный, симпатичный. Вот, кстати, он симпатичный, такой золотистый. Ну, шо, еще, походу, светится.
Кто ну, тут ты и выиграл, вообще бесспорно, классно. Лайкосик пожирал. Еще аж USB-шки, тут, ребята, две USB-шки, а остальное самое обыкновенное. Блин, ну классно. Ну это серьезно, это серьезно. Зависть ваш лапчат, но мы сейчас, надеюсь, Пашу сделаем. О, вот это мне, кстати, надо. Короче, ребята, здесь у меня вытыхают штукенция для специй, типа засыпаете... Крутится. Поход. Мелит, да. Перец. Засыпаете перчик и так вот перевернули и крутите. Так, у меня два бонуса, то бишь, да, уже балл сразу за количество? Нет. В смысле? Меня только что вкинуть хотели. Лип-маск. Короче, маска для губ. Там губки нарисованы, прикольно. Тут вообще по-китайски, не понимаю. Да духи, наверное, не нарисованы. А ну распаковано. Короче, что-то по-китайски. Будем нюхать. Я первый раз вижу, ребят, как это удобно. Короче, вы сюда вставляете вот такую вот штучку и мажете губы ей. Ну, я думаю, все девочки знают, что как бы самый обыкновенный бальзам идет, да? И в него нужно втыкать палец, все дела намазываешь, вот так вот делаешь, потом палец грязный. Я первый раз в жизни вижу такую штуку, чтобы вы типа намазали на губы. Офигеть. А? Мне кажется, это... Ого, что это такое красивое? Все, мне не надо это, мне надо это. Это интереснее, наоборот. Я вообще сейчас офигеть, что это такое? Так, а ну-ка, пшикаем. О, оно жирное. Это, походу, крем какой-то, ну, не знаю. Пахнет просто крем. Блин, упаковка офигенная, так ребята, посмотрите. А, это мое. Это твое. Вообще, да. Красиво, офигеть. Так, все, на бочку, блин, на бочку. Ребята, ой, тут мы эту штучку потеряли. Это сюда, ребята, это вот сюда. Тут вот вообще максимально спорно, потому что у меня якобы тоже полезное, и у Паши полезное. А вот это суну, да? У меня пока мало что получается, но все же у нас хоть что-то дополучилось. О, все, Паша, короче, я тебя походу уделала. Ребята, здесь набор каких-то капсул для стирки, но они не наши, они польские. Вот такая вот какая-то фирма. Короче, мне кажется, что здесь у тебя без вариантов. Можешь распаковывать свою посылку, но мне кажется, даже ребята со мной согласятся, что это топ. Это реально польза. Это что-то мягенькое, значит, что-то ценное. Давайте начнем. Итак, сейчас, давайте, подождите, я не распаковываю. Короче, то, что сейчас Паша что здесь выиграет, официально я ему это дарю. И пускай это будет самая ценная вещь в его жизни. Блин, надо было это открывать тогда. Оно хоть потяжелее, побольше. Коробки что-то больше. Или вот это. Давай, можно отменить. Нет. Спасибо, Даша. Спасибо за подарок. Большое спасибо, да. Так, оно выравнивается. Так. Не, не хочу я выравнивать. Не, оно выравнивается, по-моему. Короче, это этот, штука, чтобы пыль вытирать. Паша, поздравляю. Это с меня. Это самая ценная вещь в твоей жизни теперь будет. Да, я как оператора прошу. Вот только такие подарки она мне и дарит, а? Что-то пошло не так. Короче. Не, ну тут-то ладно, раунд за тобой, согласен. Но она такая мягкая, приятная. Паша, мне за тебя уже горят щеки. Так, мне через... Это нечестно, откуда у тебя такое попадается вообще? Что это такое? Мне это через электрическое, даже пару дорогое. Дней на маникюр могу себе позволить рвать ногтями. Это машинка. Вот что это? А что это такое мягкое? Ребята, оно мягенькое, ну тут вещи, смотри. Значит, походу, может, с вещей вот это... Это какая-то насадка, ребята. Мы снимаем его, тут вот она сама. Офигеть, а что это за насадка, ребята? Если вы знаете, напишите в комментариях. Вообще, что это конкретно? Вот это, нет, вот это типа катышки, да. А вот это вот, смотри, она мягенькая какая-то. От шерсти как будто. Мы с вами посмотрим. Так, ради интереса, а ну-ка, что ж было здесь? Обалдеть! Сюда вообще, алло! Иди сюда! Оно не нажимается, Паша! Ну, там предохранитель, наверное. Главное, не в лицо, не на воде. Да ни, не ни мне, ни, ни себе. О, о! Есть, есть, это теперь есть. Да я заявляю. Я так и знал, надо было синюю открывать. Это лучшая потерянная посылка пока за сегодняшнюю распаковку. Ее сильно засовывать? Сильно, до толчка. Почувствовал ты? Ты змеёй, да, друг! Это прикольно, это интересно. О, а еще ж такие можно засыпать. Еще ж такие. Так, следующая посылка. Ну, это по оператору подарим так, чтобы не расстраивался. Ребята, это что-то. Короче, типа строительных ножичков, 16 штук, всякие насадочки. Короче, подарим это Максиму. Пускай занимается. Да, а нам о себе игрушку оставим. Мне кажется, так будет гораздо лучше. Сейчас.
Мы это видели? Давай распаковывай, твоя очередь. Так, ну ладно, маленькую посмотрим. По своему опыту знаю, что маленькая может быть самая ценная, ребятки. Если бы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А, для дебилов написано. Тестер напряжения, ё-моё. Короче, Максим, подарки не заканчиваются, товарищи, оцените. Ну, не последняя по важности. Штука будет в гардеробе. Да! Просто очень хотела это сделать. Простите, пожалуйста. Да-да-да. Эй, я все вижу. Не-не-не, это мне на потом. Паша, я все слышу вообще-то. Ты, а? Ты не невидимый, Паша. Прищипнул. У нас уже сегодня была такая штука. Ой, когда-то было. Ребята. Не, ну вот это поярче, ты что? Вот это хит. Мне реально ни разу такое не попадалось. Не, ну у тебя классно, ребят. Ну, короче, можно сказать, что не, мы ну с Пашей равносильны. Зато у меня длинный. Ну вы поняли. Короче. Обидно. С коробки воняет, ребят. Так распаковывать давай. У нас распаковка затянется на вечность. Опять двое ножниц отжало. Капец. Ребята. Ставьте лайк, если вы любите видеоролики с Пашей, с Шумо. Ребята, знаете, что хочу заснять с Пашей? Хочу заснять с Пашей обмен подарками на очень интересные суммы. Если вы хотите такой видеоролик, пишите в комментариях, на какие денежки нам скупляться друг другу обмен подарками делать. Опа, но... Видаль? Ну, понятно, короче. Я согласен. А кто выиграл? Я. Ну да. Такой себе, короче, чехол. У меня подарок для Паши. Паша... Так, это что опять такое там? Я знаю, что у тебя дома есть два кота. Да. А это будет и мисочки. Это зефила будет. О-о-о. Ну это же гениально. Нет. Это знаешь, как по телеку когда-то был телемагазин, и там всякие вот это для кухни приколялся. Так тут написано! ТВ! Короче, ребята, типа нож, резалка. Типа нож с досточкой сразу. Да, что-то непонятное, короче. Какая-то штука, которую мы обязательно протестируем когда-то. Да, вот это, короче, вместо досточки вот так клацаешь что-то, и оно... Так откроет. Ты думаешь, оно классное? Попробуем, да, порежем? Даша, давай пальцы. Шо? Ого, так оно слышишь острое, прям капец. Оно реально даже острое, ну отвечаю. Ого, да. А так просто это типа такой ножик? Шо же? Понятно. Не, ну это просто надо не то, надо какой-то огурец, морковка. Так, ребята, срочно. Не, ну под конец Даши, конечно, посерьезнее будет, посерьезнее. Мне кажется, это игра какая-то. Короче, у меня здесь обедка пазл, вот такая вот детская. Вот, ребята, вот. Ну, норм. Ну, для детей норм, конечно. Что ты, все? Обломался? А подожди, у меня есть козыря. Так, хрупкая, давай. Кстати. У Паши последняя посылка, и мы подводим итог. Это дом для зефира будет, да? Паша все в своих котах. А вот и мой котик пришел. Привет, Лютик. Иди, Лютик, иди. Будешь сейчас рассказывать нам, у кого здесь были лучшие посылочки. Пацаны, я уже... Итого! Даша, ну так шо, это не масштабы. Это полочка, Yobs Today. Причем она слаживается. Ее можно сложить, разложить. Смотрите, вот такенный штук. Короче, класс. Короче, Лютик, я считаю, ты должен как настоящий парень нас рассудить. Лютик очень сильно хочет на руки, ребята, прям очень сильно. Он уже готов вылезти. Все так, нормально. Ну что, давай решать, кто победил, Даша? Честно? По полезности. Брат, считаю, что я. Братан, ну честно, я считаю, что я. Что будем делать? Предлагаю, ребята, чтобы нас рассудили вы. Да. Потому что сегодня мы ни на что не спорим. Я молчу. Мы ни на что не спорим, поэтому сегодня мы даем вам огромную возможность нас рассудить и написать в комментариях. Спасибо, Лютик. Кто же сегодня все-таки выиграл? И у кого потерянные посылки? И у кого потерянные посылки были лучше, ребята? Так что ждем ваших комментариев. Мне кажется, что все-таки у меня... Выиграл я! Поэтому будет еще видос, ребятушки. Ставим лайкосики 10 000. Я залетаю 5.
Так, ребят, на этом видеоролик подходит к концу. Вам спасибо за просмотр. Все-таки не зря, мне кажется, мы позвали Пашу на видосик. Да, да, спасибо, что пришли. Спасибо, спасибо. Спасибо, что пришел ты, а не они. Ну, они тоже пришли посмотреть вообще-то. Все, ребят, вам спасибо. С кухни в комнату перемеши поставить. Так, тут работает, не понятно. Вам спасибо за просмотр. Встречаемся с вами в следующем видеоролике. С вами была Даша Дешевская и великолепный, неповторимый Люсик. What's up, Паша Шоу! Здесь! Все, на, целую попку пузиком, мама, и конфетки. Пока, пока. До встречи. Пока, Люсик.